На автодроме «Крепость Грозная» завершился сезон российской серии кольцевых гонок. И борьба за попадание на подиум по итогам года оказалась невероятно мощной, так как итоговые тройки призеров стали известны только после этого уикенда. В высшей категории «Туринг» первую гонку выиграл Клим Гаврилов, набрав очки за пол и лучший круг. За ним финишировали Михаил Митяев и Павел Кальманович. Пилот программы SMP Racing Кирилл Ладыгин доехал седьмым, но этого хватило, чтобы стать чемпионом. А вот итоговый подиум разыграли по ходу второй гонки. И хотя тройку призеров заезда сформировали Андрей Радошнов, Григорий Бурлуцкий и Иван Лукашевич, серебро чемпионата досталось Климу Гаврилову, бронза – Дмитрию Брагину. В категории Touring Light действующий чемпион Владимир Шишенин удовлетворился вторым местом, чтобы его коллега Леонид Панфилов заполучил вице-чемпионский титул. Третье место по итогам заезда завоевала участница программы SMP Racing Ирина Сидоркова. Впрочем, во втором заезде этого класса Шишенин записал на свой счет гол престижа, одержав очередную победу. На второе место пробился Айдар Нуриев. Николай Карамышев стал третьим и в гонке, и в сезоне. В классе Super Production Владислав Незванкин блестяще реализовал пол, а его прямой конкурент Вадим Антипов сошел после аварии. Второе место занял Евгений Мейтес. Третьим финишировал Дмитрий Лебедев, но, получив штраф, отдал бронзу Андрею Петухову. Во второй гонке Незванкин попал под агрессивную атаку Николая Серебрякова сразу после старта, однако смог продолжить борьбу и завершить гонку шестым. Этого оказалось достаточно, чтобы стать обладателем Кубка России. Победу же отпраздновал Вадим Антипов. Евгений Мейтес вновь стал вторым, а третье место осталось за Николаем Виханским. По итогам сезона Антипов довольствуется титулом серебряного призера. В свою очередь Мейтес становится обладателем бронзы. В классе S1600 на первом месте финишировал дебютант Михаил Симонов. Петр Плотников, за 4 круга до финиша, эффектно потерявший задний бампер, закончил заезд вторым. Третьим в первой гонке приехал Василий Кораблев. А во втором заезде на подиум поднялись Ефим Гантмахер, Борис Шульмейстер и Руслан Нафиков. Тем самым Шульмейстер гарантировал себе бронзу по итогам сезона. Гантмахер подтвердил претензии на серебро, а победу в классе S1600 еще накануне оформил Петр Плотников.